Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я получила первые посылки из AliExpress, которые заказала в знаменательный день 11 ноября, когда там были большие скидки. Посмотрим. Открываем. Пришли мои шарфы. Теплые зимние шарфики пришли. Два шарфика, которые я заказала в AliExpress. Прекрасно. И цвет такой красненький, с сереньким, с черненьким. И серенький шарфик. Следующий открываем посылочку. Что же там у нас? О, какая прелесть, красота. И я заказала шарфики разных цветов. Розовый, красный, и зеленый и серенький. Это к любой красной одежде будут. А вот такой ажурный шарфик. Это серого цвета. Остальные я пока открывать не буду, потому что, может быть, я буду делать подарки к Новому году, к Рождеству. Цвета красивые. Особенно красненький мне понравился. А еще две посылки из AliExpress. Сейчас я их открою. Вот так. Что у нас тут в этом пакете? Ой, хорошо запаковано все. Так. Ага. Сумка. Сумочка из натуральной кожи. Вот такая она объемистая, большая сумка. Откроем ее. Вот она такая в объеме. Здесь средний кармашек есть. Для документов кармашек есть тоже. Ремешок я вижу. Тут даже еще отклеился ремешочек. Вот такая сумочка. Здесь тоже кармашки. Два. И хорошо декорировано. Было несколько цветов, но я попробовала пока взять черную. Очень много моделей было. Открываем вторую упаковку. Тоже сумка. Такой вот она формы. В ней три отделения. Два отделения на клепочке. И третье отделение среднее. То есть сумка большая. Можно положить много и много кармашков в ней. Такая сумочка. Было много тоже цветов. Мне понравился и красный цвет, и синенькие были, бордовые. Но я вот выбрала тоже черный цвет. Пока попробовать. Качество неплохое. Так что буду носить обе сумки. Вот такие вот посылочки я получила из AliExpress на этой неделе. И жду на следующей неделе еще две посылки. Поделюсь с вами и покажу, что я получу.